Просто они распечатку сделали. Вот каждый месяц мне будет выплачиваться. Вы видите? А, шалеть. И куда они вас загрузили? В банк, в офис, в какой? В офис меня привезли. Обещали безбедную старость, затем забрали 600 тысяч рублей и пропали. Так липовая фирма «Омега», по словам пенсионерки, обманула многих. В отчаянии пожилая женщина обратилась к депутату Оксане Пушкиной. Есть вещи, которые меня, например, озадачили и огорчили. Мне казалось, что эта тема уже как-то уходит, а она, как оказалось, еще ярче по весне, видимо. Это пожилые люди, которые попадаются на мошенников. И вот женщина пришла, она, конечно, и действительно и выглядит человеком подавленным во всех смыслах слова. 600 тысяч просто вот так вот улетели. Чаще всего мошенников найти не представляется возможным. Депутат предложила ввести специальные курсы, чтобы готовить самых незащищенных и доверчивых граждан к таким ситуациям. Пообещала приложить все возможные усилия со своей стороны. Если мы понимаем, что это системная проблема, а это системная проблема, и почему, скорее всего, нужно будет делать запрос вышестоящей инстанции федерального уровня, может быть, вот эта фирма «Омега», она уже в черном списке, понимаете? И тогда этот человек уже идет как пострадавший в большой истории. Все обращения, поступившие в ходе приема, будут рассмотрены в ближайшее время, заверила парламентарий. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».